Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Никитос. Сегодня я вам расскажу, как можно заработать реальные деньги на YouTube. Для начала делаем себе канал. Делаем канал. Так. Заливаем туда видео. Подробно я сейчас вам могу рассказать. Сейчас я вам расскажу все. Не обращайте внимания, сейчас я вам все расскажу. Так, я захожу на свой канал. Так, делайте себе вот такой вот канал. Вот. Так, сделали канал. Все, там будет надпись вот такая: добавить видео. Добавляйте видео. Видео добавляйте с компьютера. Ну, как добавить видео, думаю, вы узнаете. Называем. Вот здесь вот пишем название видео. Как вы хотите свое видео назвать? В описании все пишите. Для подписчиков пишите, что хотите написать. Настройки конфиденциальности ставите обязательно для всех. Категория компьютерные игры обязательно ставим. Ну, можете поставить свою категорию, смотря что вы там снимаете. Так, теги. Что такое теги? Это то, когда человек вот здесь вот пишет там название того, чего он хочет увидеть, и вот эта вот полосочка выскакивает ему. Вот, он нажимает, соответственно, и просматривает ваше видео. Так, что еще? Далее нажимаете «Сохранено». Так, коммерческое использование. Вот это самое важное. Это вот и есть зеленый доллар должен загореться на видео. Нажимаете вот сюда. Открывается такое окошко. Вот такое окошко открывается. Вы должны сюда нажать. В этом видео содержится скрытая реклама. Сохранить изменения. Все, зеленый доллар горит. Если же ваш экран, монитор точнее, поддерживает 3D видео, то ставите здесь 3D. Так, как вписать теги? Сейчас я вам покажу. Выделяем, перетаскиваем. Так, вписываем свое немножко. Вот, допустим. И, допустим, еще Let's Play. Так, сохранить изменения. Сохранено. Ну вот и все. В общем, я вам объяснил, как зарабатывать на YouTube. Ставьте лайки к этому видео. Я вам тоже поставлю лайк. Подписывайтесь к этому видео. Я вам тоже подпишусь к вам. Всем удачи. Удачно вам заработать. Удачно научиться, точнее, зарабатывать. В общем, зарабатывайте хорошие деньги. И не забудьте, за каждую 1000 просмотров будет начисляться на ваш канал по 3 доллара. Зарабатывайте хорошие деньги. Всем удачи и пока.